Сегодня по всей стране широко отмечают главный праздник осени – День знаний. Учебный год сегодня начался для ребят, их родителей, педагогического сообщества страны. В День знаний 1 сентября губернатор Евгений Куйвышев встретился со школьниками, их родителями и студентами. На встречах глава региона говорил о том, что хочет, чтобы молодые люди после учебы оставались на Урале, делали свои города и свой регион лучше, а он, в свою очередь, тоже постараются сделать все, чтобы им не захотелось никуда уезжать. Школа 55 в Березовском, построенная по нацпроекту образования на бюджетные средства, открылась в День знаний. Губернатор вместе с родителями учеников осмотрел и оценил новое учебное заведение. Также глава региона принял участие в торжественной линейке. Цитата. «1 сентября – настоящий праздник для тех, кто любит учиться и получать знания. Желаю всем учащимся вдохновения и отличных отметок. Я верю, что каждый человек талантлив с детства, особенно если ребенок родился на Урале», сказал Евгений Куйвышев. Ежегодно в Свердловской области открывается несколько новых школ. В этом году построено 7 новых общеобразовательных учреждений, отремонтировано 28 школьных зданий. Более полумиллиона школьников начинают сегодня новый учебный год. А студенты уральских вузов расспросили губернатора Евгения Куйвышева о программе поддержки студенчества «Кампус», которую глава региона представил на встрече, состоявшейся на площадке Уральского федерального университета имени первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина 1 сентября. Чтобы подробно обсудить с губернатором инициативу о разработке специальной программы, на встречу пришли представители около 20 высших учебных заведений. Молодые люди и девушки, для которых и создается комплекс мер поддержки. Я сегодня рад оказаться в компании такого количества талантливых людей. Не сомневаюсь, что каждый из вас талантлив. Именно потому что вы учитесь в наших уральских высших учебных заведениях. И скажу, что именно от вас зависит будущее нашей страны, будущее Екатеринбурга и будущее Урала. Поэтому я решил вместе со своей командой, что в Свердловской области нужно запустить самую масштабную в нашей стране программу поддержки студенчества. Она называется «Кампус». Губернатор отметил, что ему хотелось бы, чтобы после учебы в Екатеринбурге молодые уральцы, став высококвалифицированными специалистами, возвращались в родные города и участвовали в их развитии. Поэтому региональные власти стремятся к тому, чтобы жить было одинаково комфортно во всех территориях региона. Прикладной и очень важной задачей станет развитие условий для того, чтобы студентам было удобно пользоваться всеми ресурсами кампуса. Евгений Куйвышев рассказал о мерах поддержки, которые прорабатываются в правительстве. Это новая стипендиальная программа. Все, кто учится на 4,5, должны получать по 10 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто учится на платном отделении, сейчас прорабатывается вопрос компенсации процентов по кредитам на образование. Также программа арендного жилья, планируется строительство кампусов нового формата, выделяется квартира с двумя комнатами и кухней, где студенты будут жить по двое. В кафе и магазинах, спортзалах и музеях появится отдельная скидочная программа. Поддержка преподавателей также включена в кампус. Приглашение звезд науки на работу в Свердловскую область. После презентации студенты смогли выступить со своими предложениями по программе. Губернатор пообещал учесть их при разработке проекта. Они также задавали вопрос по проекту «Кампус». Губернатор пожелал всем школьникам и студентам упорства, вдохновения и отличных отметок.